Юля Волкова решает покончить с собой, спрыгнув в Неву. Я просто даже не успела сообразить, когда чувак меня просто мимо проходящий выдергивает с этого моста, ставит меня в обратку. Я даже вообще, я думала, что это наш человек, что просто съемки как бы окончены на мосту, что как бы меня обнимает вот так вот сильно, так вот... Дышите, все. Это так было клево, потому что есть хорошие, добрые люди, которые в моменте могут помочь. В общем, зря парень беспокоился. Игры со смертью Юля устраивает только ради съемок видео. По сюжету клипа на песню «Держи рядом» от отчаянного шага певицу в конечном счете спасает молодой человек. Это вообще тонкая такая история, потому что она идет на грани, да, она рассказывает о взаимоотношения красивой девушки, очень-очень юного парня, практически подростка. Роль благородного спасителя достается Григорию Мамурину, внуку хабаровского миллиардера. Теперь становится телезвездой. Юля вообще, сама все очень тоже классная, позитивная. Пообщались, очень быстро нашли общий контакт. Поэтому работа была довольно-таки просто. В отличие от 30-летней певицы, юный блогер не испытывает никакого дискомфорта при исполнении интимных сцен. Неловкость от поцелуев с женщиной почти вдвое старше его самого обходит Гришу стороной. Стоит заметить, что работа над видео становится своеобразным камбэком Волковой после почти 3-летнего перерыва в сольной карьере. Что ж, будем надеяться, что готовый продукт окажется настолько же захватывающим, как и сами съемки. Оксана Сеничева, ПРО Новости.